Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Легіон іде на вибори. Ждіть нас. Сьогодні видався достатньо тяжкий для Білгородської області день. Друзі, неспокійна ніч видалася сьогодні для всіх нас. Там по Білгородщині з утра враг предпринимал попытку прорыва. В Белгородском участке границы активизировались боевые действия. Настроение тревожное, но сосредоточенное. Всем привет! Веселое утро на Белгородщине, Курщине, Курская, Белгородская область. Легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон идут голосовать на выборах. Только голосовать собираются не совсем бюллетенями, а по-другому. В общем, жарко на российско-украинской границе. Сейчас об этом расскажу подробно, о тревожном соловьином помете прямо с утра. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. И обязательно, кто может, присоединяйтесь к нашему сбору для сил специальных операций на беспилотнике. Это важно, это нужно, чтобы еще точнее можно было проголосовать, знаете, не бюллетенем, а прямо вот такой пулей в глаз Путину. Сейчас мы об этом всем поговорим. Начинаем. Итак, тут через несколько дней типа голосования коронация Путина очередная. Но в голосовании приняли решение поучаствовать и другие россияне. Например, Легион Свободы России, Сибирский батальон, РДК. И они пошли в Россию. Теткина, Щебекина, Белгородская область, Курская область. Посмотрите, как, что происходит сейчас на улицах деревень в Белгородской области. Посмотрите на Теткина. Ну а теперь, собственно говоря, посмотрите, как Сибирский батальон идет. Ну и послушайте, куда же идет Сибирский батальон и как он собирается голосовать. Пацаны, помашите ручкой-то. Родине родной, а? Ну что, пацаны, голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром 6.02, 5.6, которые есть. Присоединяйся, Сибирский батальон. Пацаны, не ссым. Жони на связи. Но не только Сибирский батальон. Легион Свобода России тоже говорит, мы идем. Послушайте. Дорогие сограждане, когда из Белгорода на некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. В общем, как вы видите, действительно идут, и от этого стало жарко и в московских пропагандистских студиях. Соловьев с утра говорит, да, там идет бой, но как-то все под контролем. Но какой-то невеселый и неуверенный. Нет огонька что-то в Соловье. Посмотрите. Видите, обстановку сейчас, пока мы с вами говорим, приходят новости, что наши доблестно работают. Там, по Белгородщине с утра враг предпринимал попытку прорыва. Наши все видят, проводят. Ну, сейчас идет активный бой. Ну,
очень грамотно все организовано с нашей стороны, так что, думаю, все будет хорошо. Так что, думаю, все будет нормально. Ну и не только он, другой еще Голованов. Тот сидит и читает сводки Семена Пегова. Напомню, это тот самый Пегов, которому оторвало пятку там на Донеччине. Вот теперь он, значит, там с Белгородчины что-то вещает. И послушайте, как Голованов рассказывает. Ну что, нормальная обстановка. Там танки, говорит, стреляют, там на пикапах прорываются к российским избирательным участкам. Российские избиратели некоторые, я смотрю, прям серьезно настроены проголосовать. Варгонца озвучить сводки вот Семена Пегова, который передает, что на белгородском участке границы активизировались боевые действия. Это информация на 7 часов 59 минут. Источники проекта Варгонза в силовых структурах области сообщают о попытке прорыва границы несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Кроме того, на подходе к границе нашей аэроразведкой были выявлены несколько танков противника, которые также оказывали огневое воздействие во время попытки штурма наших пограничных рубежей. В общем, вот такое у них утро. Это утро их совершенно не радует, а я бы сказал наоборот, оно у них жаркое. Так и должно быть, собственно говоря, граждане России. Вот, наверное, это самый правильный способ принять участие в коронации Путина. Засунуть ему эту корону в одно место. Как делает Легион Свободы России, РДК, Сибирский батальон и другие. Вот их можно назвать хорошие русские. Итак, друзья, держим строй. Еще видео, как они просто оставляют свои позиции и текают. Ну что сказать, как-то не сражаются они, ну ничего тут не скажешь. Дальше весело и в самом Белгороде. В Белгород прилетело прямо в здание администрации. Посмотрите видео, ну не критические разрушения, но они же сказывали, что вообще все сбили. Но не похоже, даже администрацию не смогли защитить. А посмотрите теперь уникальное видео, на котором прям видно, как прилетает беспилотник. Тут реально уникально, посмотрите. Ну и как итог всего этого, в Белгородской области очень неспокойно. Послушайте перехват телефонных разговоров, как они говорят, называют населенные пункты, говорят, что в общем тут хохлы прорвались, все плохо. Ну ты не хохлы, это ваши же пришли, вас же освобождать. Посмотрите. Там всю ночь в округе в Белгороде, Галя, звонила ракетная опасность, общественный транспорт не ходит, такси вообще все стоит в Белгороде тоже. А везде по кругу, и за горой, и в Козинке, и в Козинке, и в Горьковском, и в Березовке, везде. И наши грады пи***ли, ложилось, как Новостроевка сюда безыменно, близко вообще от границы нашей били. А ты там никуда не шарься, а то там хлы прорвались у нас, у вас там. Поэтому ты не суетись, они в Мокрой Орловке прорвались, и в Горьковском прорвались, и в Козинке там вообще бои жесткие идут, я пацанам звонил. Не Белгородом и Курском единым, друзья. История про Ил-76 обрастает подробностями. Ил-76, тяжелый военно-транспортный самолет, ушел весь на концерт Кобзону и с собой взял то ли 15, то ли 16 человек. И есть видео того, как он просто падает. И обратите внимание на видео, у него прямо на видео это просто видно, как отпадает движок. Хорошая техника, ничего не скажешь. Посмотрите. Да, нормально. Что это такое, Билл? Мотор повел? Да.
Ну, в общем, веселье. И еще одно вам видео. Крупнейший российский НПЗ, 800 километров от границы с Украиной. Непонятно почему, какие-то добрые беспилотники его тоже посетили. Взрыв. Этот НПЗ обеспечивает 5% переработки российской нефти. То есть это огромное, очень важное предприятие. И сейчас оно остановилось. Посмотрите видео. Беспилотник рядом с моей работой. Я оторвало. Все в дымище. Это там сейчас под давлением, ёб твою. Друзья, ну как вы видите, на России беспокойно, неспокойно. Это же еще день выборов не настал. День выборов будет совсем, думаю, неспокойно. Эх, россияне, сидите дома в день выборов. Что я вам могу сказать? Или помогайте другим россиянам освобождать вас от путинской оккупации. Это правильный путь. Друзья, ну а мы держим строй и помогаем Сбройным силам Украины. Сбор на беспилотники для ССО в самом разгаре.